Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекаль. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спасла Митча? Она и Панам. Они обе мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать! Круто! Отворачивайся! Делай вид, что меня нет! Это у тебя всегда хорошо получалось! Погоди. Панам правда не виновата. Помолчи! Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави не сбили бы, и Скорпион со своими парнями за ним не поехали бы. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, Панам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Рада тебя видеть, конечно, но зачем вы нас догнали? Это все Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела, я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и с Панам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и драмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Наверное, это все. До новых встреч. Они на подлете. У вас минута. Валим! Пока. Байк Скорпиона остается тебе. Осторожнее с ним.